Я Даніл Грачов, і моє любиме слово – «зжечь». Мы объявляем войну безвкусице и вульгарному стилю. Мы сожжем все, что не модно. Леопардовые дешевые платья, нарощенные волосы и даже накладные ресницы. В ефірі шоу «Моду народу». За правилами нашої програми, головна героїня дає згоду не лише на зміну стилю, а й на знищення свого гардеробу. Кожну немодну річ Данило Грачов спалить особисто. Натомість у грандіозному фіналі на дівчину чекає казкове перевтілення та модна фотосесія. Разом із Данилом Грачовим боротися з несмаком та вульгарністю будуть його 4 модні феї. Сьогодні за роботу береться стиліст та автор модного відеоблогу Яна Алтухова. Саме ця модна фея разом із Данилом Грачовим, психологом Світланою Митрофановою та командою перукарів та візажистів будуть робити дівчат кращими. Тож, хай живуть тренди та відчуття стилю! Моду народу! Привет, меня зовут Таня, мне 23 года, и я люблю стразы, брендовые вещи и дорогие машины. Из улюбленого Таня поки має лише речи в стразах, а от усі брендові речі в її гардеробі – це китайські фейки. Это не настоящие, это все подделка. Мне нравятся подделки. На более дорогие вещи таких брендов нет денег, поэтому я покупаю подделки. Мои любимые бренды – Chanel, Dior – нравится. И Dolce & Gabbana еще так можно. В основном я их нахожу на рынке, потому что магазинов таких как бы нет. Ну, есть, только там уже натуральные вещи. Таня навчалася на економіста, проте за фахом пропрацювала лише 3 місяці. Я сейчас не работаю, сижу в декрете. Есть ребенок, Настя зовут. Ей 2 года и 3 месяца. Сейчас меня беспокоит больше всего послеродовая депрессия. Иногда по мелочам, по таким мелочам срываешься на мужа, срываешься на ребенке. Хотя это ребенок, ты понимаешь, что ну зачем? Он же не виноват ни в чем. Я сижу дома круглыми сутками, он приходит с работы, я пытаюсь хоть как-то, да, поговорить, потому что мне целый день скучно с ребенком. Вот-вот, я устал, я хочу спать, все, на этом все заканчивается. Меня как бы это тоже выводит из себя, потому что я остаюсь как бы никому не нужной. Вот еще. Так жити Таня більше не може. І поки вона не перетворилася на відчайдушну домогосподарку, просить нашої допомоги. В програму «Моду народу» я прийшла, тому що я хочу вийти на роботу, але просто не представляю, в чому вийти, тому що я вже відвикла ходити в ділових вещах і не розумію, в яких потрібно виходити на роботу, приходити на собеседування. От я хочу, щоб ви мені в цьому допомогли. Дивіться одразу після найкоротшої в світі реклами. Бренди з ринку та хендмейд від мами. Чи підніметься рука Данила Грачова спалити це все? Збираємо Таню на роботу. За справу береться профі Яна Алтухова. А також казкове перевтілення депресивної матусі на стильну штучку. В ефірі ваше улюблене мейковер-шоу «Моду народу». Головна героїня Тетяна скаржиться на післяпологову депресію. А найкращим антидепресантом для дівчини стане казкове перевтілення. Яна Алтухова та Данило Грачов зроблять із молодої матусі справжню модну штучку. Але для початку наш фешн-інквізитор позбавить героїню її нестильного гардероба. Привіт. Привіт. Мене звати Даніл. Таня. Дуже приємно, Таня. Ну, ти от дівчинка, яка в піджачці. Ап? А, Шанель. Карл Лагерфельд прислал лично. Рынковская вещь. И сколько сейчас, знаете, на рынке Шанель стоит? Давай, Таня, просвети нас. Почем нынче Карл для народа? Ну, я покупал за 1200. Я думал, ты сейчас скажешь гривен 100, не больше. Сейчас вещи на рынке дороже стоят, чем магазины. Так, может быть, нет смысла там покупать вот такие вот? Ну, магазины шанелевские тоже, там же натуральные вещи, они вообще дорого стоят. Подходишь к Татьяне и спрашиваешь, Таня, а Шанель натуральная? Она говорит, конечно, вот только вчера убили. Много подделок в гардеробе?
Но есть еще шарфик Louis Vuitton. Ой, у кого ж нет шарфика Louis Vuitton, да, это классика. Сразу вот можно отметить похвальное стремление Татьяны заполнить гардероб классическими вещами. В принципе, есть над чем работать. Маленькое черное платье? Да. Это я платье купила на выпускной в колледж. Это было лет 6 назад, может, больше. Ого, какая-то старая. Так а что тут такого? Да я любя это сказал. Я всегда это говорю любя. Что извинись? Чего извинись? 23 года. Что, 43? 23? Чего извиняться? Извини, пожалуйста, Таня. Что за колледж? Что ты заканчивала? Экономический. А, ты экономист? Я финансист. Умеешь деньги считать? Да. Что ж тратишь тогда на всякую ерунду? Я, по-моему, ее покупала в магазине на Крещатике. В каком, не помню. Ну, в каком-нибудь, наверное, раз на Крещатике. То, что там у нас Louis Vuitton, Prada, Bottega Veneta, Burberry, Gucci, Roberto Cavalli. Ну, какой-то из этих магазинов. Училась на финансиста, работаешь где? Я сейчас не работаю, в декретном отпуске. Сижу дома, коллекционирую Шанель. Беззаботная жизнь домохозяйки. И что делает домохозяйка дома? Я делаю некоторые вещи, там, брожи и еще что-то с полимерной глины. Разные заколки, брожи с полимерной глины. Что делаешь? Брожи. Что делаешь? Брожи. Что делаешь? Брожи. Брожи. Какие брожи? Ты хоть ребенку не говори. Мама, мама, что ты делаешь? Доня, я делаю брожи. Что я могу похвалить в этом образе, это Total Black. Я тоже люблю такие решения для гардероба, но кроме цвета похвалить здесь решительно нечего. Таня, такое впечатление, что мама уехала, ты осталась одна дома, надела ее платье, надела ее ботфорт, и вот это танцуешь танец дрожжей. Выглядит это все плохо, оно на тебя велико, это платье, плюс все вот эти вот дополнительные объемы как-то комкают твою фигуру, и это выглядит очень странно. И, конечно же, это платье не стоит надевать с такими сапогами. Такие сапоги вообще не стоит надевать. Ой, какие малышики, какие скромные коротенькие шортики. Куда носишь? Ну, вообще-то я ношу их на прогулку с ребенком, летом носила, по крайней мере, с этой маечкой. Кстати, Данил, должна заметить, что это не самые короткие шорты в нашей программе. Они в рейтинге примерно 10-е. Что остальные мамы говорят? Вы же там во дворе, наверное, собираетесь с пеленками, с сосками, вот эти с колясками. В таких же вещах, в таком же прикиде. Да? Когда я гуляю с ребенком в этих вещах, никто не верит, что я мама. Мне всегда делают комплименты и просто все в шоке от того, что я говорю, я мама, это мой ребенок. Комплект больше подходит для похода на пляж, чем для прогулок с ребенком. И меня немного смущают эти развеселые тапочки. Вот если избавиться от тапочек, надеть какую-то более нейтральную обувь сюда и отправить Татьяну на пляж, я могу смириться с этим комплектом. Танечка, вот в таких вот вещичках ты можешь прекрасно пропалывать грядочки где-то там на даче у себя. Появляться в публичных местах такой одежде вот не стоит, нет смысла. И вот эти вот босоножки мне не очень нравятся с таким цветком. Если бы еще цветка не было, ну еще полбеда. Так беда-беда. Это любимое платье, и с ним связано. Очень такая важная история для жизни. В нем произошло такое. Первый поцелуй с мужем, но тогда еще парнем. Провожал домой, провожала. А вот это платье, как бы, то, что я его одела, стало поводом для поцелуя, наверное. Если бы не это вульгарное платье, так бы до сих пор и ходили бы друзьями. И он тебе сказал, типа, да, хватит вот это ходить туда-сюда, да. Давай. Да? Наверное, так оно и было. Yeah.
Первое, что меня очень смущает во всем этом образе, это, конечно же, сапоги. Я об этом уже говорила. От них однозначно нужно избавляться, потому что они, ну, очень плохо выглядят. Второе, что меня смущает, это длина. Если бы это платье было чуть-чуть длиннее, я бы однозначно рекомендовала его оставить в гардеробе. Ну, а в таком виде не знаю, что решит Грачев. Боюсь, придется от него избавиться. Конечно же, платье выглядит плохо. Конечно же, оно выглядит чересчур коротким. Оно больше похоже на какую-то тунику. Мне очень нравится эта прозрачная вставка. Оно довольно-таки открыто. И, конечно же, это платье в сочетании с такими сапогами выглядит, ну, очень-очень специфически, скажем так. Поэтому, несмотря на все ваши вот эти вот душевные, сентиментальные истории, мы будем избавляться от этих вещей. Это я так решила, ну, не знаю почему, попросила маму шить мне такой комплект. А мама шить умеет? Или да. Мама сидела, никого не трогала? Нет, мама шить умеет. А тебе нравится, да, такая вот, когда она синтетика, да, такая приятная на ощупь? Шифон мне нравится. А, по-твоему, это шифон? Не, ну, не настоящий, но что-то шифон, похожее. Да, оно легкое такое, как стеклянное. Очень приятное на ощупь. И цепочек вот этот накупила, да? Конечно. Как полянка получаешься такая, да? Ромашечка. Главное, чтобы насекомые никакие не садились на эти цветочки и не опыляли их. Комплект смотрится неплохо. Что мне не нравится, это то, что ткань выдает себя. Она сразу выглядит очень дешевой. И не очень нравятся эти туфли. Ну, то есть лаковую обувь с цветочным принтом нужно сочетать очень аккуратно. В данном случае сочетание получилось не очень хорошим. Таня, проблема этого образа – это ткань. Из-за того, что это вот такая очень специфическая синтетика, эти вещи не выглядят правильно. Даже не спасает этот образ, всю эту ситуацию. Довольно-таки актуальный последние несколько сезонов вот такой цветочный принт. Я не хочу оставлять эти вещи в твоем гардеробе, поэтому я их сожгу. Но так как это синтетика, сжечь не получится, розплавлю. Ні, фейкам та не смаку. Данило незворушний і готовий вдатися до радикальних заходів. Гардероб у модний вогонь. Я не хочу, щоб этот гардероб видела твоя маленька дочь. Она должна видеть маму красивой, а не в этом ужасе. Поэтому до свидания. Туда а же. Нет, можно вот это оставить? Это платье мне дорого, оно связано с первым поцелуем, и ты обещал его оставить. Хорошо, я его оставлю, хотя я не такой сентиментальный, как ты, но пообещай мне обязательно, что носить ты это платье больше не будешь. Оно просто будет висеть для моего глаза. Для твоего носа. А в топку отправляется майка. Только, пожалуйста, сейчас без рассказов, что это сделала мама своими руками. В следующий раз, когда мама будет шить вещи, покупай другую ткань. Все. Зато у тебя остались воспоминания. Слава богу, что он мне оставил хоть одно платье, мне дорого. Ну, а за остальные вещи, как бы, они мне очень тоже дороги, но их пора, надо было менять. Пока Карл Лагерфельд не увидел вот эту вот красоту на тебе, тебя нужно срочно переодеть. Ты отправишься к своему стилисту Яне Алтуховой, но перед этим я тебе предлагаю эксперимент. Сейчас ты станешь в витрине этого магазина, а я буду спрашивать у мужчин, нравятся ли им такие вот брендовые девушки. Согласна. Конечно, согласна. Выбора-то у тебя нет. Проходи в магазин. Смотрите, вот в витрине стоит у нас девушка-героиня. Какие первые впечатления? Не стоит брать куртку Шанель, если она не Шанель. Больше похож, наверное, на подделочку. Чи подобається фейковий Шанель столичним чоловікам, дізнаємося вже зовсім скоро. А поки модний привіт Карлу Лагерфельду. Або як Яна Алтухова позбулася фейкового Шанель. Депресія чи просто спосіб маніпуляції? Чи поверне Світлана Митрофанова романтику в стосунки Тані з чоловіком? А також неочікуваний фінал. Із депресивної матусі в ультрамодну штучку.
чарівна фея Яна Алтухова вже готова розпочати шопінг-терапію депресії Тетяни. Модне вбрання підніме їй настрій. Привіт, Таня. Я ще осліплена від цієї красоти. Шанель? Внезапно? Да. Почему? Карл знает вообще? Карл в курсе, что ты в его Шанели здесь? Наверное, нет. Удивляюсь, как Даниил пропустил это мимо огня. Но сегодня мы все равно будем тебя переодевать, поэтому пойдем в магазин, я уже кое-что тебе присмотрела. Я просто подумал, что если, предположим, сидит Карл Лагерфельд, включает ТЭТ, ну, как он это часто делает, вот, и вдруг не сначала увидел нашу программу, а я его сжег, этот жакет, то старичок не сможет порадоваться, а я хотел развеселить доброго и милого Кайзера. Яну я видела еще в передаче до съемок, она мне очень нравилась, но вот сейчас я ее видела, я просто от нее в восторге, особенно эти волосы, кудряшки супер. Эй, а что ты обо мне так не говорила? Почему ты не сказала, Данила, я видела и до съемок в этой передаче. Он такой мимими, он такой хорошенький. У тебя прекрасная фигура, мы можем экспериментировать с формой. В частности, вот с такой, казалось бы, просторной, но мы перехватим ее поясом или чем-то дополним, и она заиграет новыми красками. Также хотела бы спросить, ты же увлекаешься караоке? Был такой момент, то что пошли, как бы там было очень мало людей. А знаешь, почему я догадалась? Потому что все героини нашей передачи увлекаются караоке. Что неудивительно, потому что даже я увлекаюсь караоке. Никогда туда не хожу, просто прихожу к нам в программу и пою все, что хочу. Бесплатно. Знаешь, и могу даже уронить микрофон на пол и не буду за это платить. Но я петь не умею. Ну, это неудивительно. Мало кто умеет петь вообще. Расскажи лучше, как вы в караоке? Заходишь, поешь, и публика расходится, наверное. Да, было такое. Выпили, как всегда, и спела. Хотя я не хотела, заставили. Потихоньку спеваешься, да? Выпили, как всегда. Мне эта фраза настораживает. Ты перед эфиром тоже пила? Нет. Вдохни на меня. Мало то, что в паленках ходишь, так еще и алкоголь виться. А еще куда-то, кроме караоке, ты ходишь? Вот никак не могу придумать, куда пристроить это платье. Для... Наверное, я сейчас больше всего выхожу на кухню. Дома сидишь? Дома сижу с ребенком. Надеюсь, с этим платьем у тебя появится больше повода для светских выходов. Ну, на крайняк больше в нем сваришь. Мне в платье нравится все. Нравится фасон, нравится, как оно подчеркнуто поясом. Мне нравится, как оно сидит на мне. Возьми на вооружение, этот пояс называется оби, он широкий, его можно разными способами завязывать. И, в принципе, он подойдет к очень многим вещам. Обі – пояс традиційного японського костюму, виготовляють його з конопель, бавовни або шовку. Має різну текстуру, забарвлення та візерунок. Оригінальний обі – 4 метри у довжину та 30 сантиметрів у ширину. В сучасних луках обі використовують, аби підкреслити лінію талії. Вони візуально витягують силует. Прекрасне плаття, так хорошо виглядить, мені дуже подобається цей цвіт. А тобі з твоїм цвітом волос в подобному оттенку дуже даже симпатично. Мені подобається його длина, цей пояс, правильна обувь. Ну, в общем, все в этом образе выглядит достойно и очень прилично. Лучше в нем отправиться действительно на какое-то достойное мероприятие, нежели просто варить борщ. Я была в восторге от вечернего платья. Мне очень понравилось, как она подчеркнула его поясом. Я это возьму себе на заметку. Тань, ну мы уже выяснили, что сейчас в твоей жизни большое место занимает кухня, борщи, дети. А скажи, пожалуйста, что было до борща? Я работала, устроилась на работу, работала кредитным инспектором в банке. Блин, да там еще жизнь в зеркало отражается логотип Шанель. Ребята, если у кого-то из вас вдруг есть телефон Карла Лагерфельд, наберите, не поленитесь. Ну пусть тоже мужичок посмотрит, что, в общем-то, и в Украине носят его вещички. Вам-то все равно, а дедушке приятно. Сегодня я тебе подобрала такой лук с очень яркими брюками и спокойным верхом. Я себе вижу, что ты вот приходишь на какую-то новую работу, которая у тебя обязательно появится, и выглядишь самой эффектной девушкой в офисе. Мне нравится. В сезоне очень модно использовать кожу в нетрадиционных решениях. Например, платье какое-то коктейльное, например, свитшот, например, какие-то украшения из кожи. И сейчас вот мы отдали дань тенденции этого сезона. И яркий акцент брюки. И ты хочешь сказать, что так идеально подобранный образ тебе не нравится? Так нравится. Мне именно все, с этого образа пальто не нравится, потому что оно большое. Это оверсайз, оно не может быть маленькое.
Оверсайз. З англійської більший за розміром. Стиль одягу, який об'єднує речі, що навмисно на кілька розмірів більші, ніж потрібно. Прекрасне пальто оверсайз, це зараз актуально. Отлично виглядять ці брюки по цвітовому рішенню, все дуже добре. Мені дуже подобається сочетання фактур, блестящі плюс матове. Я думаю, що в такому образі ти можеш відправитися на собеседування, на роботу. Этот ужасний большой пиджак був на мене просто большой. Я в ньому ужасно некомфортно себе чувствовала. Тань, ти вже ходила на якісь собеседування вот, після рождения ребенка? Ще ні. Вот, ребенок пішов в садик, і я вже замислилася над тим, що потрібно куди-то йти, искать роботу. Я думаю, что тебе нужно подобрать такой наряд, чтобы ты вот пришла первый раз на собеседование, и сразу место рабочее твое. То есть нужно выглядеть эффектно. Ну давайте, выберите наряд поэффектнее, покороче и с глубоким декольте. Вот я тебе подобрала такую блузку. Она, с одной стороны, очень простая, но если перенуть с другой стороны, то тут супер декольте на спине. Класс. Если рабочее место получаешь, поворачиваешься спиной, если не получаешь, уходишь гордо вот так. Как тебе такой план? Мне нравится. Тань, ну ты просто мисс элегантность. Мне тоже нравится этот образ. Я бы хотела, чтобы ты проэкспериментировала с этим нарядом в самое ближайшее время, отправилась на собеседование, получила работу, и потом можешь позвонить мне, похвастаться. Хорошо. Таня, у тебя прекрасная фигура, поэтому, конечно же, большинство вещей тебе вот подходят сами собой. Мне очень нравятся эти брюки. Они такие прямые, длинные, правильно выглядят. Благодаря такому верному пропорциональному решению твои ноги кажутся бесконечно длинными. Таня, я знаю, что эта девушка замужняя, но тем не менее я все равно подобрала тебе платье для свидания. Очень романтичное. Со своим мужем ты хочешь еще на свидание? Или только в основном на кухне? В основном на кухне. А до замужества у вас были какие-то вот романтические выходы? Может быть, вы проводили как-то время необычно? Была одна такая история. Вот, я встретилась с молодым человеком. Он пришел как раз в увольнение с армии. Мы начали встречаться. Там шуры-муры, любовь, морковь. Но потом он приходит уже окончательно с армии. И такой говорит мне: вот, извини, я хочу еще погулять с своими друзьями. Вот. И тут появляется муж. Да, и тут появляется муж. Пока у вас там морковь-морковь и дембельский альбом, тут появляется муж. Любые отношения достойны того, чтобы в них вносить романтику. И благодаря этому платью у тебя появится повод ходить с мужем на свидание. Я как думаешь? Мне все нравится, нравится пальто, нравится платье, вот только как-то в этом цвете я теряюсь. Светлые волосы, светлая кожа, в принципе, персик подходит. Тем более, что мы вот подобрали к нему контрастный жакет, и цвет жакета прекрасно дополняет это персиковое платье. Таня, тебе очень хорошо в этих вещах. Прекрасное платье, оно очень такое романтичное, очень женственное, очень нежное. Благодаря этой ткани, благодаря крою, благодаря такому оттенку. И оно очень интересно сочетается с таким довольно-таки грубым пальто. За счет его формы, за счет того, что оно больше даже похоже на какой-то бушлат. Вот такой вот микс вещей, очень полярных, выглядит интересно и актуально в этом сезоне. Тань, если у тебя была свадьба, то наверняка был и девичник. Расскажи, конечно, расскажи о том, кого ты туда приглашала. Расскажи о своих подружках. Четыре подружки, самые такие мы с самого садика вместе. Собрались мы на девичник в кафе. Это как раз была зима. Вот, выпили, как всегда, что бывает на девичнике. Начали фотографироваться, вышли на улицу, играли в снежки, и как-то не понимаю, каким путем я потеряла фотоаппарат мужа. Так то ты, наверное, просто киданула и, знаешь, денег не оставила, поэтому фотоаппарат в ломбард занесла. Чтобы потом хватило на пассажир, девочки, давайте на пассажир. Я вот тебе подобрала такой наряд, который, я думаю, будет очень органично выглядеть, когда вы будете куда-то идти с подружками. Тут, конечно, нет логотипа Шанель, как видишь, и даже не написано Дольче и Габбана. Но, тем не менее, я думаю, этот наряд будет смотреться на тебе эффектно. Мне
Мне опять же таки не нравится пиджак, курточка. Почему? Не знаю, как-то оно сюда не идет. Более какой-то спортивный, что ли. Ну, ты знаешь, я, в принципе, люблю смешивать стили. Мне кажется, именно в этом и заключается изюминка. Когда ты умеешь филигранно смешивать спортивный стиль с casual, casual и там готику. Ну, то есть мешать это все. Поэтому мой тебе совет. Экспериментируй. Как говорил Джеймс Бонд, смешивай, но не сбалтывай. Очень интересная юбка из прекрасного твида, выполненная. Мне нравится ее форма, мне нравятся вот эти вот склады сзади. Твид очень актуален в этом сезоне. Мне очень симпатично такого горчичного оттенка блуза. В общем, все выглядит прилично, все выглядит достойно, очень хорошо. Понравились образы, которые мне она подобрала. Вечерний образ на работу с этой белой блузкой и с брюками мне очень понравился тоже. Я возьму себе на заметку этот стиль, эти образы. Яна підібрала Тані два луки. Один для фінального дефіле, другий для казкової фотосесії. Та їх ми побачимо трохи згодом. А поки Світлана Митрофанова починає боротьбу з депресією Тетяни. Тетяна, здравствуй. Я Светлана Митрофанова, я психолог этого проекта. Здравствуйте. Ты сама пришла, ты заполнила анкету, да, на сайте? Да, анкету заполнила. Захотелось мне как-то так вот. А каких изменений внутренних ты хочешь? Ну, сейчас меня беспокоит, наверное, больше всех это послеродовая депрессия. Я думаю, что смогу разобраться, послеродовая это депрессия или нет. А пока давай приступим к эксперименту. Смотрите, вот в витрине стоит у нас девушка-героиня. Какие первые впечатления? Хорошенькая девочка, симпатичная. Мне нравится верх ее, курточка особенно. Очень бросается в глаза. Это, ну, вопиюще выраженное какое-то принадлежание к какому-то бренду. Мне кажется, что это уже немножечко не актуально. Не стоит брать куртку Шанель, если она не Шанель. Тань, а вот этими брендами что ты хочешь показать, доказать? Ну, я думаю, просто они дорого выглядят, что ли. Выглядят или стоят? Ну, выглядят, наверное, потому что стоимость, как бы, можно и подделки купить дешево, и в дорогих выглядеть дорого, то есть. А ты стремишься выглядеть дороже? Да. Все-таки есть авторские права, есть дизайнеры, которые разрабатывали одежду. То есть я считаю, что подделка – это воровство интеллектуальной собственности. Ну, если уже играть в эту игру, то уже траться. А если хочешь просто хорошо выглядеть, то покупай просто до средней цены вещи. Ну, оно видно, когда качество, когда не качество, когда вообще, ну, вещь стоящая или не стоящая. А как ты считаешь, как они считывают, что это подделка? Выгляжу на подделку, возможно, так. Меня тоже это не устраивает. Ну, просто на больше нету денег, да, там, мне подделку купить. Эта девушка не выглядит так, как может выглядеть девушка, которая может себе позволить оригинальную продукцию Шанель. Вот, и я о том же, что я как бы не соответствую. Вернее, они все обращают внимание на курточку, то, что это подделка, и то есть я не соответствую этой подделке. Как ты считаешь, если бы на тебе была реальная брендовая вещь? Я должна была тогда одеться, ну, то есть вся, соответственно, другая одежда моя должна была, соответственно, быть к этой курточке. А чем она занимается? Ну, судя по возрасту, лет 18, думаю, студентка. Может быть, продавец в магазине одежды. Что-то связанное с рекламой, какой-то рекламный представитель, возможно. Тань, а чем ты занимаешься? Я вообще сижу дома с ребенком в декретном отпуске. Но ты всячески пытаешься выглядеть так, как будто ты не домохозяйка. Я не хочу себя опускать, то есть запускать, чтобы потом как бы наверстывать это все или вообще не меняться уже потом. Если встретили такую девушку в ночном клубе, обратили бы на нее внимание? Нет. Нет. Ну, не знаю, наверное, нет. Нет ничего особенного. Все как обычно, все как, ну, а в ночных клубах, я думаю, что просто потеряется среди сотни других. А ты считаешь, что в тебе нет изюминки, то, что говорят мужчины, что ты обычная? Да, считаю. Вот поэтому я почему-то обратилась к вам, заполнила заявку, хочется не измениться, соответствовать. А у вас возможен секс с такой девушкой? Нет, невозможен, потому что девушка, ну, слишком вызывающая. А, нет, потому что, ну, собственно, вот куртка Шанель, она бы меня, наверное, прибила там же в клубе. Ну, секс возможен с любой девушкой. А серьезные отношения как с такой девушкой возможно? Как? Нет, серьезные, ну, не серьезные, может быть, а секс, я думаю, нет с такой девушкой. Первый случай, когда серьезные отношения, да, а вот секс нет. Как такое может быть? Это радует. Правда радует. Что выгляжу хотя бы на серьезные отношения. Что нужно поменять в этой девушке, чтобы она вам понравилась? Другую одежду и цвет волос. Переодел, покрасил и расчесал волосы. Я просто считаю, что девушка должна выглядеть согласно своему возрасту. Сколько тебе лет?
Мне 23. То есть где-то в 20 ты уже забеременела? Да. Как ты себя чувствуешь в роли мамы? Хорошо, мне нравится. Тогда откуда так называемая депрессия? Наверное, вот эта вся бытовуха, как говорят, вот дома, из-за этого меня как-то срывает. Какой была твоя жизнь до появления ребенка? Я училась, мне вот это как бы нравилась, такая студенческая жизнь, но потом вот, да, хотелось семьи, хотелось ребенка. Мне это сейчас радует, да, что появился ребенок, есть муж, он мне во всем помогает. Но вот не знаю, почему я не могу избавиться от депрессии. Это, наверное, просто бытовуха, потому что дома. Знаешь, Таня, у меня такое предположение, что то, что ты называешь депрессией, на самом деле это разочарование. Ведь ты мечтала вовсе о другой жизни. Да. Ну, мечтала, чтобы как-то оно было, ну, не так. Вот. Вот вроде бы оно и помогает, и ребенок есть, но чего-то, ожидание чего-то другого, чего-то лучшего какого-то. Хочется какую-то нормальную работу, свой дом хочется. Вот как-то, знаете как, отвез ребенка в садик, поехал на работу, пришел домой потом после работы, сделал ужин, мужа дождался с работы. Ну, вот не знаю, пока этого нет. Со Светой было просто поделиться со своим переживанием, может, потому что я хотела с ней пообщаться как с психологом, а не так просто пойти в программу. Но объективно, те эмоции, которые сейчас в тебе преобладают, это разочарование, но не депрессия. Ты правда мечтала о другой жизни, и ты вовсе не так представляла себе свою жизнь 22 года, правда? Ты любишь своего мужа. Ведь многие только могут тебе позавидовать, да? В 22 года уже найти свою любовь и родить в любовном счастливом браке дитя любви. У тебя мальчик или девочка? Девочка. Тем более. Тем не менее, не все так плохо. Не жди от меня, что я махну волшебной палочкой, да, и что-то тебе дам по-другому. Другую жизнь. Всегда работает сам человек, потому что это твоя жизнь, это твои уроки. Я могу лишь способствовать твоему творческому потенциалу найти решение. Я буду использовать просто стикеры. У нас есть розовый, салатовый, желтый и голубой цвет. Какой из этих цветов будет обозначать твое творческое начало? Наверное, зеленый. Зеленый. Знаешь, что зеленый – это цвет любви. И если говорить о таком рациональном начале, где ты можешь конструктивно, словно критик, да, так экспертно смотреть на вещи? Желтый. Желтый. Тоже, кстати, очень радостный цвет. О какой депрессии ты говоришь? Итак, как если бы у тебя была невидимая виртуальная шапочка. Ну, можешь себе представить, да, такой вот зеленого цвета, которая будет обозначать, что ты в данный момент будешь просто мечтатель, где возможно все. Это мир фантазии. Представь себе, что ты одеваешь эту шляпу зеленого цвета и задаешь вопрос своему мечтателю, своему творческому началу. Какой выход из данной ситуации я могу найти? Какие советы я могу себе дать? Что Таня может уже сделать сейчас в своей жизни для того, чтобы свою жизнь здесь действительно сделать сказкой? Я рисую. Отлично. Ну, вернее, рисовала. Я делаю из полимерной глины там заколки разные. Но вот как-то сейчас мне этого не хочется делать. У меня просто руки опускаются. Вот. Есть вот, да, в мне такое творческий человек, но сейчас я этому как бы не принадлежу. Мне этого не хочется делать ничего. Твое желание тоже тебе подвластно. Попробую несколько часов в день проживать, как будто на тебе шляпка творческой личности. Ведь лепить из полимерной глины можно и с ребенком, правда? Ну да. Это весело, и это развивает мелкую моторику, и ты обучаешь творчеству уже своего ребенка. В принципе, да. Если я правильно понимаю, то большинство ваших задач сейчас с мужем опираются в финансовую сторону, да? Вы наверняка хотели бы переехать в свой дом или квартиру. В свое жилье. Mm-hmm. И финансовый вопрос, единственный, который вас пока ограничивает, да? Mm-hmm. Если бы ты начала позитивно мыслить, начала поддерживать своего мужа и сама начала активно действовать, изменилась бы твоя жизнь? Думаю, да. Я просто и сейчас как бы пытаюсь мужа поддерживать, но в том как плане... Как ты можешь поддерживать его, если ты все время тянешь одеяло на себя? Я в депрессии, мне ничего не хочется. Почему он тебе во всем помогает? Потому что ты в образе. Мужчине тоже нужна энергия, да, для достижений. И
Его нужно поддерживать и внушать ему, что он самый лучший, талантливый во всем. Для того, чтобы он эту энергию воплощал и материализовал уже, да? А ты в это время, он бежит домой, чтобы помогать тебе, правда? Вспомни наших матерей, которые воспитывали не одного ребенка. 5-6, у моей бабушки было 11 внуков. И тогда не было стиральных машин, и тогда было совершенно более тяжелое время, правда? Ну да. А мы тут родили одного ребенка, и все, уже в образе. Я когда смотрела программу «Моду народу», Света мне очень нравилась, но сейчас я просто от нее в восторге. Я тебе открою секрет всех лидеров, всех тех людей, которые добились результата. Эти люди не выбирают между или-или. Закон лидера – это и-и. То есть ты и мама, в то же время ты и творческая личность, в то же время ты и женщина, и жена, и так далее, да. Успешные люди именно так действуют. Давай вот уже поразмышляем, какие у тебя возможные планы самореализации. Ты можешь устроиться на работу в клуб раннего развития деток и вместе с детками, да, уже лепить. Возможно? Возможно. Ты могла бы привнести какое-то творчество еще в работу, которой ты занималась. Ведь правда, творчество возможно во всем. Касательно отношений с мужем, что ты как творчество можешь привнести? Читать что-то, смотреть какие-то фильмы, передачи вместе, обсуждать это. Не так вот, чтобы посмотрел все, короче, разошлись по сторонам, а вот именно вот общение с мужем больше. Ты знаешь, что можешь с ним сделать? Приехать домой и вместе с ним разложить ватман и прорисовать или прописать ваш план. Какую жизнь вы хотите видеть совместную там через 3 года, через 5 лет и через 10 лет. И расписать, где вы живете, кем вы работаете, какой у вас достаток, на каком этапе вы хотите завести при желании второго ребенка. Да, и пускай вот это вот у вас будет ватман, как путеводная вот звезда, ваш план, он будет подлежать корректировке, безусловно. Что-то можете дополнять, а потом посмотрите, ваши амбиции выросли, и вы уже совершенно другой план себе нарисуете. И знаешь, это очень вдохновляет. Как карта мечты. Да, только совместная, семейная мечта вместе с мужем, как семьи, да, и вы можете это повесить на видном месте. Глядя на нее, вы обнаружите, что это воплотится не через 3 года, и не через 5, и не через 10, а это позволит сократить сроки. Хорошая идея, так сделаем. Когда Света сказала мне сделать карту своей мечты, мне эта идея очень понравилась, и я, наверное, все-таки воплощу в реальность. Я надеюсь, что тебя сегодня вдохновило. Как символ твоего творческого начала я тебе дарю. Спасибо. И тогда я жду да, твоих изменений. Хорошо. И твоей обратной связи. Спасибо большое, очень было приятно с вами. С этого момента я буду мыслить позитивно, вносить в свою жизнь какие-то краски, чтобы мне как бы жить было веселее. Я очень благодарна Свете. Перукар Арсена і візажист Ека вже готові до фінального перевтілення Тані. Адже зміни – найкращий антидепресант. Танечка, що ти хочеш зробити з волосами? Тобі чого хочеться? Делайте, что хотите. Боже, это замечательно. И по макияжу тоже. Делайте, что хотите, правда? Ну, тогда приступаем. Что время зря терять, правильно? Да. Все, поехали. У Тани кудрявые волосы, мне это очень нравится, но она успела их подубить немножко, и они нуждаются в уходе. Я бы сделал несколько процедур по заполнению кератином или другими средствами увлажняющими, которые помогут восстановить структуру. Нет ничего критичного с макияжем. Я вижу, ей нравятся стрелочки, но их просто правильно надо нанести. И я рада, что она доверяет. Она поняла, что она пришла в руки профессионалов, поэтому сделаем, и будет очень красиво. Понад 5 годин перукарі, майстри манікюру та візажу намагалися перетворити депресивну матусю на модну кралю. І от нарешті дівчина готова до фотосесії в новому образі.
Підтримати дівчину прийшли подруги та чоловік, який трохи напружений, адже не щодня його кохана наважується на кардинальні зміни. Як думаєш, узнаємо Таню чи ні? Думаю, що да. Я щось сумніваюся, пересмотрю пару роликів вчора. Чого хотілося, щоб як вона виглядала? Чого-небудь построже, я ж говорю, щоб більше строгих цвітів: чорний, сірий, білий і будь-які оттінки. Ти хочеш, щоб вона превратила сірою мишку? Почому в сірою мишку? Строго можна одягнутися так, щоб виглядати ярче, ніж якась-небудь в розовій кофточці. Клас. Нравится макияж, вообще бомба. Что? Цвет волос очень нравится, прическа нравится. Но главное, что длину оставили. Волосы какие-то пшеничные, серым оттенком. Мне очень нравится. Алексей, Татьяна, ваша супруга, была первой девушкой в нашей программе, которая пришла не просто в вещах, а в очень брендовых вещах, в Шанель, например. Это ваш подарок? Нет, она сама выбирала. Но вы оплачивали хотя бы. Ну да. Вы обеспеченный молодой человек? Ну а чё же это? Как все, как и 80% украинцев. Угу. Ну а вам хоть нравилось вот это, как она одевалась? Честно говоря, некоторые вещи не очень. А что вы не говорили, типа, все, недавно этот день? Или она с вами не советовалась? Нет, ну она выбирала, я всегда покупал, я не жадный, как бы. Ну не переживайте, мы все сожгли, поэтому мы тоже, в общем-то, не жадные на огонь. Ничего, мы зато ее переделали, она будет красивая, она сейчас выйдет в красивом платье, с новым гардеробом, с новой прической и так далее. Я думаю, вам понравится. Но она уже готова выйти сюда на подиум, давайте ее поприветствуем и поддержим. Татьяна, выходи к нам в новом образе. Да, 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 чего ты, не робей. Я рассчитывал на хуже. Я слышал, как Грачев сказал за кулисами, что муж из дома выгонит. Но она перестала быть рыжинкой и стала такой вот блондинкой с таким теплым оттенком. Лучше, чем рыжий. Фух, вам угодили. Давай у тебя спросим, что ты скажешь по поводу образа, как тебе? Все супер, мне все нравится. Цвет, платье, макияж. Ну, ты к нам пришла в программу с определенным набором фейков. Вот, будут ли они опять в твоем гардеробе? Нет, я пообещала, я их выброшу прям завтра. Хорошо, но в финале нашей программы мы должны посмотреть фотосессию в твоем новом образе. Давай посмотрим? Давай. Я не ожидала то, что мне будет светлым цветом волос красиво. Я как бы красилась раньше в блондинку, но мне не пошло, я сразу перекрасилась. И из-за этого я боялась такого цвета. А мне этот очень понравился. Народу добавила каких-то красок в мою жизнь. Я себя чувствую сейчас очень прекрасно, мне хочется цвести, плясать, петь. Все очень круто, супер. А ты уверена в себе? Считаешь себя стильной? Загрузи свои фото на TED.TV, а я посмотрю и прокомментирую твой стиль в своем блоге на TED.TV.